Нетрезвый взгляд супруга и его не совсем адекватное поведение довели 38-летнюю многодетную мать из Рузаевки до уголовного дела. В пылу гнева одним движением она отправила мужа в больничную палату. В июне текущего года в полицию поступило сообщение из больницы. Медицинское учреждение с ножевым ранением левой глазницы, резанной раной века, из своей квартиры был госпитализирован 28-летний житель Рузаевки. Полицейским удалось восстановить подробности произошедшего. В тот день между супругами произошел конфликт. Несмотря на то, что дома находились все трое их детей, ссора приобрела неожиданный характер. Когда словесные аргументы закончились, женщина схватила нож и ударила им мужа. Удар пришелся точно в глаз. После этого она не бросила супруга, а сама вызвала скорую помощь. После осмотра врачи сообщили главное – глазное яблоко не повреждено. Однако травма не из легких. Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. Свою вину обвиняемые признают частично. Расследование этого уголовного дела завершилось и направлено в суд для рассмотрения по существу. Дарья Баргова, программа «Происшествия».